Добрый день, сейчас я вам продемонстрирую детский микс Италия крем. Цена за килограмм 1108 рублей, упаковка 30 килограмм 0,6 грамм. Стоимость всей упаковки 33 306 рублей, количество единиц 154 штуки, стоимость за одну единицу 216 рублей. А тут очень много такой вот мелочи, которую я не считала за одну единицу. Вот из того, что вы сейчас видите, посчитан за одну единицу только вот этот вот комбинезон. То есть начнем, вот есть такая игрушка свинка Пеппа. Тросики 2-3 года, их здесь 7 штучек на девочку. Носочки длинные гольфы, носочки на мальчика черные. А есть вот такие вот носочки с игрушкой. Тоже где-то примерно на 2-3 годика. Так, дальше есть вот такие вот пинеточки, беленькие и коричневые на девочку. То есть они совсем маленькие, скорее всего, идут от 6 месяцев. Дальше вот такой вот зайка-шарфик. Шапочки на девочку, на мальчика, на девочку и, скорее всего, на мальчика. Судя по фасону. Так, дальше есть еще вот набор из двух варежек, из четырех варежек, поменьше и чуть-чуть побольше. Комплект шапочка до года и варежки. Варежки на взрослую девочку. Теплая шапочка на мальчика, теплая шапочка на мальчика. Шапочка на мальчика и комплект на девочку. Шарфик идет новый с этикеточкой и вот такая вот шапочка с ушками. Это то, что не было посчитано за одну единицу. А дальше идет вот такой вот комбинезончик, подклад флис, ростовочка 98-104 на мальчика. Так, есть вещи в упаковочках. Это вот такая вот футболочка, она, скорее всего, 86 размера. Дальше сарафанчики, их 4 штучки. Они все идут 116. Без рукавов, у них вверх как маечка. Так, и толстовки на мальчика. Тут по рисунку их тоже видно, что это за толстовочки. Поэтому распаковывать я их не буду, чтобы они не потеряли свой упаковочный вид. И ростовочки здесь тоже есть, 146-152, 146-152, 122-128, 146-152, 146-152. Это, наверное, тоже все понятно. Так, и сейчас те вещи, которые были распакованы и посчитаны за одну единицу, постараюсь их показать побыстрее, потому что их очень много. Штанишки на девочку, джинсы зауженные идут 92-98. Штанишки на мальчика размер 5 указан. Футболочка на мальчика размер 80. Футболочка на девочку 104. Олимпийка с длинным рукавом на девочку. Так, 140. Футболочка размер 8. Танковочка 8 размера. Шортики джинсовые на девочку. Не вижу здесь размеров. Ну, скорее всего, на взрослую уже девочку от 8 и старше лет. Шортики на мальчика размер 140. Теплая рубашечка с длинным рукавом, размер 6 лет. Жилеточка теплая на мальчика, размер 128. Курточка. Они были посчитаны за одну единицу, потому что лежали вот таким вот образом вместе. С флисовой кофточкой, видимо, идет комплект. Размер 12 месяцев, капюшон идет тоже флис утепленный. Да, это комплекты ни одного цвета. Дальше идет танковочка на мальчика 122-128. Теплые спортивные штанишки на девочку размер 14-08. Не знаю, что это за размер. Рубашечка на мальчика с длинным рукавом. Ростовка 158-164.
Тоже рубашечка на мальчика, размер 122-133. Еще одна рубашечка идет новая с этикеточкой. Размер написан 12 лет. Такая футболочка у нас уже была, вот эта вот поменьше. Размер идет 6-9 месяцев. Так, также тут есть вот такие вот купальные пляжные шортики на мальчика, ну, скорее всего, уже лет 12. Джинсовые шорты на мальчика, я все-таки думаю, идут с этикеточкой. Размер у них 32. Так, дальше у нас идет теплый джемпер на мальчика уже. Ростовочка 146-152. Танковочка 68 размера. Бриджики, ну, пока пошли совсем маленькие, это все для детей до года. Тоже идет год до года. Платьишко 2-3. Здесь у нас размер 5 лет, сарафанчик на лямочках. Ну, это, видимо, сарафанчик на какое-то вот платьишко должно было быть совсем маленькое, идет до года. Юбочка гофрированная идет, размер 138. Куртка из эко-кожи, подклад трикотаж, размер 7-8 лет, 128 сантиметров. Ну, это пляжные шортики уже на мальчиков лет от 12. Спортивные штанишки на девочку. Размер не указан, но я думаю лет на 6-7. Здесь у нас футболочка с воротничком 152. Футболочка на мальчика, размер не указан. Бриджики на мальчика УВС 12-13 лет. Футболочка 152. Футболочка 146. Такая спортивная рубашечка с коротким рукавом, размер 176 указан. Толстовочка на мальчика, скорее всего, 98 размера. Футболочка 152. Шорты бриджи размер XS. Такая футболочка тоже была, скорее всего, в районе 98. Здесь у нас 80-й. Сарафанчик, если честно, похож на тюль. Размер у него указан 5-6 лет. Вот так вот он, спереди с вырезом. Сарафанчик на девочку, украшен стразиками, размер 86-92. Дальше тут вельветовые брючки на девочку 74. Вот здесь вот такой вот спальничек для новорожденного 40-45 сантиметров. Видимо, вот совсем маленький, чаще встретим недоношенные, такие маленькие. Вот, он немножко разрисован, видимо, фломастерами и чем-то залит. Так, комбинезончик на девочку 98. Платьишко 3-4 года. Флисовые кофточки на мальчиков. От 3 до 5 лет. Вельветовые шортики. Размер 80. Джинсовые бриджи. Размер не указан, но я думаю лет до 5. Здесь у нас футболочка 152. Пляжные шортики на взрослого мальчика. Купальные трусики лет от 8 и старше, в зависимости от фигуры. Здесь у нас футболочка 146. Такая футболочка тоже уже была, это, скорее всего, тоже 98 размера. Штанишки спортивные, размер указан 4. Ну, вот, визуально лет на 8 девочек. Еще одни купальные трусики на мальчика. Футболочка 122. Шортики до года.
Шортики Adidas на мальчика лет 5. Бриджики 140. Сарафанчик до года. Кожаная куртка на девочку, размер 5-6 лет. Джинсовый сарафан на девочку 10А размер. Штанишки в горошек на девочку 94 размер указан. Здесь у нас идет курточка с этикеточкой, олимпийка. В комплекте идет сумочка, видимо, для чего-то. Размер 152. Так, дальше у нас рубашечка в клеточку. А, это сарафанчик. Нет. Это блузочка на девочку, размер S. Следующая у нас рубашечка с длинным рукавом на мальчика 152. Шортики 3-4 года на мальчика. Шортики 5-6 на мальчика. Юбочка год-два. Это сарафанчик вот до года сразу видно маленький. Спортивная футболочка. Размер 8. Купальные трусики на мальчика лет 6. Кофточка 74-80 размер. Розовая рубашечка на молнии с длинным рукавом на девочку лет 4. Здесь у нас белые джинсы заужены к низу, размер 12А. Маечка 10А. Юбочка на девочку лет 10-12. Теплая толстовка с капюшоном на мальчика с большим карманом, размер 152. Идет с этикеточкой. Бриджи 26 размера. Маечка 9-10. Футболочка 9-10. Рубашечка с длинным рукавом на мальчика, размер 152. Дальше у нас идет вот такой вот сарафанчик теплый, 3А размер. Шортики на мальчика лет 3. У нас футболочка годик. Жилеточка 23М. Жакет на девочку 128. Маечка с кардиганчиком. Вот тут сшитый комплектик на девочку уже лет от 9 и старше. Сарафанчик до года. Шортики на мальчика лет 7. Футболочка на мальчика 4-5. Также в миксе есть теплая дубленка. Подклад идет искусственный мех. Размер 122. Толстовочка морковного цвета с этикеточкой идет. 152 размера. Курточка Adidas. Размер не указан, но я думаю, где-то до 92-го. Такие штанишки у нас уже были, 3 штучки. У них абсолютно у всех почему-то снизу срезана вот эта вот этикеточка. Но тут, в принципе, дырочек ничего не остается. Можно просто вот этот вот лейбл уже срезать до конца, чтобы он вам не мешал. Размер 14-08. Кожаная курточка на девочку, размер 140. Танковочка 6А, танковочка 140, танковочка 98 размера, футболочка идет 74 с Винни-Пухом, сарафанчик, это не сарафанчик, блузка на 7-8 лет, здесь у нас футболочка с этикеточками до годика, это все идет до года. Штанишки 122 на девочку. Здесь у нас до года. Платье на девочку. Размер 12.
Сарафанчик годик, штанишки 3,6, шортики 4,5 лет. Здесь у нас 74-го пальтишка. Теплая кофта, туника на девочку, размер 10А. У нас пошло опять все до года маленькое. Юбочка 12-13 лет. Теплая кофточка на мальчика лет 5. Джинсовая рубашечка 104. Танковочка 68 размера. Танковочка 80 размера. Водолазочка 140. Здесь у нас идет до года. Для новорожденного 0,3. 74 размер. Блузочка 152 на девочку. Это у нас все пошло до года. Маленькая, до 80 размера. Штанишки, по-моему, уже пятые такие. Тоже срезаны с этими же самыми этикеточками. Вот это вот 5-6 лет. Дальше идет безрукавочка на мальчика. Безрукавочка на мальчика. Футболочка 74. Боди 92. Маленькая футболочка повторяется опять. Вот эта футболочка у нас тоже повторяется, скорее всего, в районе 104-го. Теплый джемперок на мальчика. Танковочка на девочку 152. Здесь у нас указан возраст 14 лет. Блузочка с длинным рукавом. Джемперок на девочку 18 месяцев. Вельветовые штанишки с этикеточкой. Размер у них идет 86. У нас нарядная блузочка на девочку идет с этикеточкой. Размер идет 38. Юбочка 10-12. И последний, это вот такой вот комбинезончик на мальчика 6 месяцев. Сейчас вам был продемонстрирован детский микс Италия Крем. Цена за килограмм 1108 рублей. Упаковки 30 килограмм на 6 грамм. Стоимость ее упаковки 33 306 рублей. Количество 1,154 штуки плюс другие маленькие вещи, которые не посчитаны. Стоимость за одну единицу 216 рублей. Спасибо за внимание. До свидания.